Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Айзек. Я голосовой помощник, ваш проводник в мир факультета психологии. Предлагаю сыграть в игру. Я буду прятать буквы, а вы их искать. Здорово, я придумал. Ваша задача — найти все буквы и в комментариях под этим видео написать получившееся слово. Ой, кажется, кто-то звонит. Здравствуйте! Я хочу всех поздравить с замечательным днем. Днем Петра и Февронии, днем российским любви, верности и семьи. Наверное, все знают, что 14 февраля – день влюбленных. И многие отмечают этот день. А вот день 8 июля знают не все. Хотя это древний праздник, известный на Руси, и очень красивый праздник, потому что речь идет и о любви, и о верности, и о семье. А эти три понятия, они очень близко связаны. Вот что еще мне удалось узнать по данному запросу. Символом дня семьи, любви и верности стала ромашка. В день празднования плетут венки из ромашек, дарят букеты ромашек и февронки, открытки с изображением ромашек или других символов семьи. Интересно, что на факультете психологии день семьи, любви и верности, любимый праздник студентов, ведь именно наш факультет славится своими красивыми семейными парами. И этот год не исключение. Наши Сережа и Настя познакомились на факультете. А с недавних пор они не только однокурсники, но и настоящая семья. Меня часто спрашивают, а что такое любовь? Что такое любовь? Определений существует масса. Но вы знаете, я хочу рискнуть и сказать собственное определение. Мне кажется, любовь – это созидательная энергия. Созидательная энергия. Она созидает все на земле. Все, что освящено любовью, оно имеет право на жизнь, оно живет и процветает. Не случайно, когда человек даже просто влюбляется, испытывает влюбленность, это сразу видно в нем. Он весь горит, горят глаза, он в особом эмоциональном состоянии. Влюбленного человека видно даже просто в толпе, когда он идет и улыбается каким-то своим внутренним радостным мыслям. Любовь – это созидание, любовь – это энергия. Благодаря энергии любви матери растут дети. Благодаря энергии любви мы защищаем Родину. Благодаря энергии любви ученые открывают новые научные факты. Благодаря энергии любви и созидания кто-то творит, художник произведение искусства, актер играет на сцене, а люди других специальностей реализуют себя. Без любви на земле нет ничего. Для меня любовь – это музыка, которая пробуждает в человеке все самое светлое, доброе, чистое, нежное, вечное. Любовь не рождается, она создается, картинки меняются, любовь остается. Любовь – это умение наслаждаться кем-то или чем-то. Это умение радоваться и уметь передавать эту радость другим людям, чтобы этот круг никогда не замыкался. Сказать, что большинство людей мечтают, чтобы их любили. И мне искренне хочется пожелать вам всем, чтобы вы были любимыми. Но проблема заключается в том, что на 100 желающих быть любимыми приходится, к сожалению, только 25 человек, способных любить. Поэтому и нужна великая наука, наука психология. И нужны профессионалы в области психологии, чтобы научить людей реализовать свои чувства, открывать свои чувства, выстраивать взаимные отношения, а строить свою семью и быть счастливыми. Потому что любовь – это основа счастья. И любовь – это то, без чего жизнь пуста. Нет ничего прекраснее любви, нет ничего выше любви и нет ничего достойнее этого чувства. Ну, как мы говорим, надо учиться любить. Любовь – это одно сердце на двоих. Конечно, я хочу всем пожелать в этот замечательный день, чтобы вы были любимы и вы были любящими. Чтобы вы состоялись в личном счастье, чтобы ваши партнеры вам были верны и чтобы состоялась высшая ценность, которая отличает нас от животных. Чтобы мы с вами, вы в первую очередь, и мы все имели счастливую семью. А поэтому с днем
Петра и Февронии. С днем любви, верности и семьи. Поздравляю вас, отцветившие. Будьте счастливы. Любовь – это желание делать человека счастливым. Это отношения, при которых любят абсолютно и безусловно. Что такое любовь? Любовь – это жертва. Марк Антоний и Клеопатра пожертвовали жизнью ради друг друга. То чувство, когда вот ты просто смотришь на человека, и тебе хочется смотреть только на него одного. Любовь – это источник мироздания. Это основа всего живого и сущего. Любовь – это то, что связывает нас всех в единое целое. Когда ты понимаешь то, что ради человека ты готов абсолютно на все. Все остальное – это просто фикция. Любовь – это то, без чего человеку не выжить. Это чувство, которое преображает нас, вдохновляет и делает нас сильнее. Говоря о любви, мне вспоминаются слова замечательного немецкого философа и математика Готфрида Лейбница, который сказал: «Любить – это значит находить счастье другого человека, свое собственное счастье». Любовь – это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить, и она все равно останется у нас. Лев Николаевич Толстой. Вот что мне удалось найти по данному запросу. А знаете ли вы, что психология как самостоятельная наука берет свое начало с 1879 года? Именно в этом году в Лейпциге Вильгельм Вундт организовал первую экспериментальную психофизическую лабораторию. Студенты факультета психологии, которые в настоящее время изучают дисциплину экспериментальной психологии, учатся планировать и проводить экспериментальные исследования, которые направлены на изучение психической реальности как отдельно взятого человека, так и социально-психологических явлений в малых группах. Студенты, изучая экспериментальную психологию, овладевают необходимыми знаниями, навыками и умениями, которые позволяют им после выпуска из университета самостоятельно осуществлять научную и исследовательскую работу по изучению психики человека. Я хочу вас пригласить на экскурсию. Экскурсия это будет виртуальная. На факультете психологии есть очень много разных тайных лабораторий, двери которых будут открываться только тем, кто поступит на наш факультет. Потому что мы готовим бакалавров психологов, бакалавров конфликтологов, мы готовим бакалавров дефектологов, мы готовим клинических психологов специалитет и психологию служебной деятельности мы готовим. И под каждое направление подготовки у нас есть своя лаборатория, тайная, в которой находится необходимое оборудование. Ну, например, психологи служебной деятельности проходят у нас тестирование, учатся работать на детекции лжи, знаменитые детекции лжи. А лаборатория психофизиологических и нейропсихологических исследований носит имя Александра Ивановича Лурия, который эту детекцию лжи придумал. Вы думаете, детекция лжи – это американское открытие, как говорят некоторые СМИ? Это неправда. Это наш российский ученый Александр Иванович Лурия открыл еще в 30-е годы. И мы работаем, и мы теперь готовим студентов, которые могут работать и отличить ложь от правды с помощью специального оборудования. Мы готовим аспирантов, чтобы дойти до той двери, которая ведет в таинство аспирантуры. Конечно, нужно пройти бакалавриат и магистратуру, либо пройти специалитет и поступить в аспирантуру. Поэтому я не могу не сказать, что кроме двери, которые ведут в аспирантуру, есть еще дверь, которая ведет перед этим, а вот магистратуру. А магистратур у нас тоже несколько, их у нас три на факультете. Это магистратура, которая готовит психологов, причем психологов-специалистов в области семейного консультирования и семейной психотерапии. Вот в сегодняшний день об этом не грех и вспомнить.
Все в нашей жизни – это психология. Наше восприятие, мышление – это психические процессы, и поэтому знание психологии – это базовое знание, которое необходимо человеку, чтобы понимать себя и окружающих. Мы говорим о глубинном понимании психологии межличностных и групповых процессов, включая прочтение бессознательных динамик. Благодаря этому наши выпускники успешно справляются с такими задачами, как командообразование, управление сотрудниками, ведение переговоров и другими. Большое внимание мы уделяем изучению и пониманию психологии образа. Эти знания станут незаменимыми для тех, кто связан с кино, медиа, искусством, СМИ, рекламой, для режиссеров и фотографов, специалистов в области HR и маркетинга. Выпускники программы работают в психологическом консультировании, личном коучинге, психологии творчества, бизнес-консультировании, а также в менеджменте и предпринимательстве. Мы будем рады видеть вас на нашей программе. У нас есть подготовка магистров по конфликтологии, причем замечательная программа, которая направлена на профилактику и урегулирование конфликтов в бизнесе, национальной безопасности и социальной сфере. Мы разрушаемся, стареем, а зачем это нужно, да? Ну, мне так тоже еще повезло. Я поступила в Российскую академию государственной службы. Там изучала госслужащих, управленцев и акмеологию. То есть я по первому психологическому образованию, психологии развития, акмеология. И вот завершает этот пик, да, вот этот пик акме. Ирина, вы у нас не первый раз. Первый эфир состоялся с вами. Вот я знаю, вы помогали и за кадром после этого эфира. Какие результаты? Вы знаете, замечательно. В принципе, все, кто в поиске вот правильного выбора, да, они сделали правильный выбор. И, в принципе, семьи спасены, дети тоже, как сказал батюшка, и души, слава Богу, тоже спасены. И у нас есть удивительная прикладная магистратура, которая посвящена логопедии. А логопеды – люди, которые нужны не только деткам, но и взрослым людям, которые, например, хотят добиться успеха в области бизнеса, в области дипломатии, в области искусства актерского. Всем нужна поставленная речь, и логопеды отлично помогают людям в любом возрасте. И у нас для этого есть классные специальности. Собственно, логопедия является одной из отраслей такой науки, как дефектология. Точнее, сейчас она называется специальная педагогика и психология. Еще недавно называлась историческая дефектология, но вот как направление подготовки называется специальное дефектологическое образование. В нашем университете, на факультете психологии, мы готовим дефектологов по направлению специальной психологии и логопедии. Ну и дальше дорога идет знание к самой вершине. И последняя дверь здесь – это докторантура. Это следующая ступенька подготовки. Ну, в докторантуру приходят люди, которые защитили кандидатскую. Вы скажете, зачем абитуриентам Елена Алексеевна на конфликтах рассказывает о таких вехах? Да потому что плох тот студент, который не мечтает стать профессором. Так же, как говорят, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Я знаю, что вы с армией работаете и да. Имидж в армии, мамочка. Да. Представьте себе, когда в 2005 году мы провели несколько круглых столов на тему имиджа армии. И когда я генералам пыталась объяснить, что если мы не изменим отношение к армии у молодежи, то мы никогда не получим нормальной российской армии, меня вначале смотрели такими глазами. Поэтому, дорогие абитуриенты, милости просим, за таинство каждой двери откроется вам тогда, когда вы поступите в наш университет. Прошу. Вот что мне удалось найти по данному запросу. Дорогие ребята, как можно еще развиваться на факультете психологии в научном направлении? Таких возможностей у нас масса. Во-первых, наши студенты участвуют в проектной деятельности. А каждый проект – это маленькое мини-научное исследование. Ну, например, последнее исследование мы проводили в Перекрестке. И наши студенты выясняли, каким образом
определенная терапия, психотерапия действует на продавцов и повышает их эффективность, их труда. Оказалось, что там, где в терапии обращаемся мы к чувству юмора, к смехотерапии результат практической деятельности резко возрастает. Работодатель был нам очень благодарен за нашу разработку. В нашей стране сейчас это набирает обороты, в том числе интересно это для бизнеса. Мы знаем, что народ у нас, может быть, не настолько с юмором, вообще к юмору относится, как в других странах. Но, тем не менее, мы очень довольны, что именно наш университет, один из таких самых передовых, кто данное мероприятие, данную методику поддерживает. В дальнейшем мы рассчитываем на то, что студенты включатся в процесс, будут написаны ряд курсовых работ, дипломных работ по данному направлению. Ну и посмотрим, что из этого получится, какие будут результаты. Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Еременко Никита, я студент РГСУ. Сегодня к нам приехал Дмитрий, он нам показал невероятное, не знаю, не шоу, не стендап, а он провел с нами серьезную работу, смехотерапию. Сегодня мы очень много посмеялись, но в конце мы очень получили большую энергетику. Я после всей процедуры как-то стал более рационально мыслить, более стал спокойным и просто счастливо себя чувствую. Конечно, наши студенты участвуют в научных исследованиях на свои дипломные проекты, потому что каждый диплом – это самостоятельное научное исследование. Но кроме этого, в студенческие годы с первого курса студенты могут посещать наши научные кружки, которых работает на факультете более 10. Их ведут ведущие преподаватели факультета. Поскольку мы все любим кино, мы все вовлекаемся в кино, мы все каким-то образом реагируем на те или иные жизненные сценарии, которые разворачиваются в фильмах. Это дает возможность определенным образом снять внутреннее напряжение участников и, условно говоря, в кавычках, отключить сознание. И тогда человек может посмотреть на себя, на свое поведение, на свой способ проявления, на свои привычки, в каком-то смысле немного со стороны, используя текстуру фильма. Надо плохо написать. Надо написать с ошибкой. Это не подпольный синдикат попрошаек, учебный класс Государственного социального университета. Студенты-психологи готовятся к перевоплощению. Одевшись нищими, будут выяснять, что именно вызовет в прохожих наибольший отклик. Он искал, но его нашли. Рублем, копеечкой, монеткой, сигареткой, бычком, косячком, натурой тоже принимаем. Славе улыбается каждый, а каждый второй тянется за кошельком. Музыкантам на новый голос. Очень уж не хватает. Ну я отдам все, что есть. У меня мелочь сейчас собираю. Спасибо большое. Спасибо. Юра просит милостыню без улыбки на лице. Его конек – честность. Кто сколько может? На пропой души. Но на такие стоны откликаются разве что охранники подземки. Прогоняют подальше от выхода. Спасибо вам большое. А эти юные студентки якобы были зверски обобраны, потеряли деньги и паспорта. Не знают, как вернуться в родную Сызрань. История банальнее некуда. Но глядя в честные глаза девочек, народ почему-то тянется за кошельком. Спасибо большое. Через час, проведенный на паперте, ребята на лавочке пересчитывают добычу. 144. Так, кто? 10 рублей. 152. 50 центов еще. И 50 центов. Для декана факультета такой расклад не сюрприз. Работают стандартные поведенческие модели. Предупреждает, если попрошайка мгновенно вызывает у вас эмоцию, перед вами профессионал. У нас прекрасные есть возможности проведения научных исследований в специальной лаборатории, которая создана на факультете. А всего таких лабораторий несколько. Это лаборатория психофизиологических, нейропсихологических возможностей, где с помощью разных нейрошлемов мы можем изучать воздействие на человека. Это лаборатория психодиагностики и, конечно, наш центр психологического консультирования, где у нас активно работают наши полиграфологи,
которые включают студентов в исследование проблематики лжи и доверия. Я рада вас приветствовать в стенах Российского государственного социального университета. Сейчас мы с вами находимся в Центре психологического консультирования, где я являюсь руководителем. Меня зовут Светлана Николаевна Терещук, я клинический психолог, окончила факультет психологии. Сейчас продолжаю учебу в аспирантуре. Надеюсь, что могу послужить для вас прекрасным примером того, как можно вырасти в стенах собственного университета. Мне бы очень хотелось познакомить вас не только с работой центра и его формальными особенностями, но и с практической деятельностью. Поскольку центр является учебным, то в первую очередь наша задача – организовать качественную и нужную практику. Психология на самом деле попала как-то, ну скажем, случайно, то есть... Мне просто было интересно, что на них думают, как с ними общаться. И в целом у меня был такой поверхностный интерес, но в процессе учебы на первом курсе я как-то так втянулась, скажем, прикипела к этой науке, к этой профессии. И вот я действительно могу сказать, что психологию я люблю. И это дело, наверное, которому... Даже не наверное, это дело, которому я хочу посвятить свою жизнь. Практика проходит супер интересно. Я обожаю практику. Это действительно вот момент, когда ты можешь почувствовать себя психологом, научиться, так скажем, диагностировать своих первых клиентов, можно сказать. В нашем центре вы сможете реализовать себя как специалисты, как многопрофильные специалисты. Наши студенты в рамках прохождения практики на базе центра проводят психологические тренинги, мастер-классы, проводят обучающие лекции, семинары. На базе центра реализуются такие проекты, как психологическая игротека. Это инновационный проект, который является уникальным в своем роде. Проект основан на концепции развития критического интеллекта и стратегического мышления. Мы считаем, что современному молодому и развивающемуся специалисту очень важно развивать именно такие soft skills. Я очень надеюсь, что вы сможете реализовать себя как успешные и грамотные специалисты. И мы вам в этом поможем. В общем, наукой можно заниматься на факультете с первого курса до последнего, а если этого будет мало, прийти учиться в аспирантуру, а если будет этого мало, учиться в докторантуре и вообще вырасти от студента, то есть абитуриента вначале, до профессора. Вот что мне удалось найти по данному запросу. Факультет психологии – это одна большая дружная семья, в которой собраны самые яркие и активные люди. Детская жизнь нашего факультета очень насыщена. Первое, у нас проводятся различные мероприятия, которые помогают развиваться в различных направлениях психологии. Это проводятся мастер-классы, научный аукцион, круглые столы, которые помогают узнать очень много нового. Второе, наш факультет никогда не пропускает значимые мероприятия РГСУ. Это мистер РГСУ, на котором самые талантливые, яркие, обаятельные, красивые парни университеты представляют свои факультеты и борются за корону и первое место и звание мистера РГСУ определенного года. Наш факультет отличается особенными и запоминающимися номерами на таких выступлениях.
Не зря на премии СКЦ, социально-культурного центра, которая проводится в конце каждого года, мы взяли номинацию «Лучший номер года». Также неоднократно на большом мероприятии «Мисс РГСУ», где самые красивые и прекрасные девушки борются за свою корону. Привет, абитуриент! Тебя приветствует заместитель декана по воспитательной работе факультета психологии. И сейчас я тебе расскажу, какая у нас классная студенческая жизнь. На нашем факультете работают профессионалы своего дела, у нас отличный профессорско-преподавательский состав. Вы будете посещать огромное количество лекций, огромное количество практических занятий. У нас есть отличный центр психологического консультирования, где все свои теоретические навыки вы можете перенести в навык практический. В зависимости от специальности и направлений подготовки, наши студенты проходят практики в различных государственных учреждениях, таких как психоневрологические интернаты, психиатрические больницы, Министерство чрезвычайной ситуации, Министерство внутренних дел, а также в различных коммерческих центрах психологической и социальной помощи населению. Так как я клинический психолог, наша практика проходит в психоневрологических интернатах и диспансерах. Сейчас мы проходим практику в психоневрологическом интернате. Нам очень нравится. Поначалу было, конечно, немножко страшно от неопытности, но мы быстро адаптировались. И, в общем-то, очень интересно, очень увлекательно. И чувствуешь себя уже в профессии, несмотря на то, что ты еще учишься и не закончил университет, а уже есть возможность прикоснуться с работой. Также наши студенты принимают участие в многочисленных мероприятиях, проводимых нашим университетом. Например, Общероссийский народный фронт, WorldSkills, Abilympics, где наши студенты участвуют в виде волонтеров. Стажировка в правительстве Москвы подарила мне прекрасные 9 месяцев. Я получила колоссальный опыт, друзей и новые возможности. Я могу сказать с уверенностью, что это было самое насыщенное время в моей жизни. Мероприятия, встречи, экскурсии и, конечно же, работа в правительстве Москвы вдохновляет меня. Бал стажеров позволил мне почувствовать себя дамой 19 века. Экскурсия в башню Федерации показала мне город с высоты птичьего полета. Экскурсия в умный город удивила меня количеством технологий нового времени. Большие данные, компьютерное зрение, 5G, виртуальная и дополненная реальность. Все это уже используется в Москве. За участие в данных мероприятиях нашим студентам вручаются благодарственные письма, сертификаты, которые в дальнейшем могут оказать довольно-таки серьезное влияние на перевод с контрактной формы обучения на бюджетную или же наоборот на назначение повышенной академической стипендии. Одним из любопытных мероприятий, проводимых на нашем факультете, является психологический аукцион, где профессорско-преподавательский состав нашего факультета представляет свои лоты. Лоты могут быть самые разнообразные, как, например, может быть прекрасная картина, написанная нашим деканом, как, например, может быть организованная экскурсия в музей Великой Отечественной войны. Много различных интересных вещей, за которые борются студенты. Каким образом они борются? Если студент активно проявляет себя во время учебной деятельности, если студент имеет достаточное количество опубликованных статей, достаточное количество выступлений на конференциях различного уровня, если студент самостоятельно разрабатывает тренинг, самостоятельно проводит его, представляет результаты руководителю Центра психологического консультирования, за данные активности студентам начисляется так называемый science money. Science money представляет из себя научную валюту, которая разработана на нашем факультете и на которой изображены известные отечественные психологи. Ну а чего мы все об учебе, да, научно-исследовательской деятельности? На нашем факультете есть прекрасный студенческий совет. Это будут ваши лучшие друзья, с которыми вы будете проводить весело время. Более того, они вас научат не терять голову. Весело время проводить вы можете на одной из наших баз, которые есть в нашем университете, например, Чайковский или, например, наша знаменитая РУЗа, в которой мало того, вы весело тусите, более того, вы участвуете в тренингах, различных мастер-классах, ну и просто здорово, задорно проводите выходные.
Отличное времяпрепровождение – это, конечно же, студенческий парад, парад Московского студенчества, который проводится в первых числах сентября. Вы посмотрите, это огромное количество различных студентов, и каждый пытается перекричать название своего вуза. Вы посмотрите, как это делает наш студенческий актив, как это делает наш факультет. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что все это разговоры. Хочешь увидеть по-настоящему, как это приходить учиться к нам? Надеюсь, вы не забыли про мое задание. Уверен, что не забыли. Спешу напомнить, не забудьте написать получившееся слово в комментариях под этим видео. И еще, проверьте электронный кабинет абитуриента, вам понравится. Все ссылки в описании. Я жду тебя, поступи в РГСУ за счастьем.